Александр Невский. Есть на Руси святые имена, чей славен подвиг и дела известны. Во все года, столетия, времена мы помним имя Александр Невский. Князь новгородский, юный Александр, в бою сражался с честью и отвагой. Талант стратега, полководца дар, уберегли Россию от варяга. В ночь перед битвой видели ладью, Борис и Глеб явились на подмогу. Отдав за Русь смиренно жизнь свою, за Александра помолились Богу. Вонзились копья перегонилые, от шведской крови покраснели ивы. И враг бежит, хоть силы не равны, и корабли затонут молчаливо. Не в силе Бог, а в правде, звучит на все века. Не в силе Бог, а в правде, Русь верою крепка. Не в силе Бог, а в правде, так скажет войску князь. Та истина навеки в народе прижилась. Вот Новгород, вот крестоносцы захватили Псков, а значит снова в руки меч и стрелы. Чтоб Русь спасти от вражеских оков, берется смело Александр за дело. Немецкий строй, кабанья голова, стальные латы навевают ужас, натянута тугая тетива, и тучи стрел, и станет войско уже. А крестоносцы продолжают шаг, уверенные в собственной победе, им ничего не может помешать разделать шкуру русского медведя. Но полководец точно рассчитал, где тоньше лед, где тяжелее сбруя. И тонет враг, и плавится металл, и к небесам несется аллилуйя. А на востоке зверствует орда, татарский хан сжигает поселения, и князь спешит отправиться туда, остановить и прекратить вторжение. На этот труд уходит много лет, но мир достигнут, спасена Россия. И в золотой языческой орде есть в русской церкви купола святые. Великий трудный путь свой завершит в монастыре, приняв пред смертью схему. Перед престолом Бога предстоит Алексий инок, мир земной покинув. За землю русскую все силы положив, не проиграв ни одного сражения, к святым причислен и доселе жив, как живы все великие свершения. Есть на Руси святые имена, чей славен подвиг и дела известны. Во все года, столетия, времена мы помним имя Александр Невский.